So first of all, big welcome to all of you here. Guys, thank you very, very much. Let's have a fun day today. Сегодня я была на мероприятии, которое организовали Гил и Катя Петерсил, компания Meet Partners, за городом, благотворительные поло состязания. Очень понравилось, столько эмоций, очень красиво все сделано. Потом побывать на трибунах, где снималась Анна Каренина, это вообще превосходно. Я бы еще сюда приехала и не раз. Прикольные лошадки, добрые люди, и вообще очень классно. Хорошая погода. Впечатления колоссальные. Второй раз приехали на игру, получили полный букет удовольствия, потому что играл здесь в команде наш друг. Мы болели и за него, и за его команду. Сегодняшний матч был интересен. Команды были составлены очень конкурентно. Явного фаворита не было. И, кстати, сражались аргентинская команда против команды Meet Partners. Это для меня было таким сюрпризом. Было очень ярко, красочно. Команды молодцы. Была очень полноценная, яркая борьба. Я думаю, что всем зрителям очень понравилось. Мы просто сидели все в ожидании, кто же победит. Самое важное, что победила дружба. 3-3 – это адекватное отражение тех усилий, которые команды положили на это мероприятие. Лучше всех играла София Скьюта. Это дочь нашего тренера. I came to play here the second year in Khimki, Russia. This is my best player in this match, so I do my best to play and they give me as a trophy to take me as Argentina, and I'm very happy because it's my second one I have in my life. Самая лучшая лошадь получила в награду огромную корзину моркови. У нас была возможность, у нас и у всех, и у маленьких детей покормить ее. Это было большим счастьем для нас, для всех. Gil and Katya, my dears, thank you very much for inviting us to another one of your beautiful events. Все, что делают Гил и Катя, всегда наполнено таким теплотой, такой любовью. Beautiful day came out today, a nice tournament here around. I met very lovely people and looking forward for the next event. Я благодарю вас от души, спасибо за этот день. И надеюсь, что это не последняя наша встреча, и еще будут много таких встреч, которые запомнятся всем надолго.